Заседание 8-го съезда Всемирного абхазо-абазинского конгресса открыл председатель Высшего совета Муса Экзеков. После приветственных слов и утверждения повестки исполнительный секретарь Инаргитсба представил отчет о проделанной за последние 5 лет работе. Всемирный абхазо-абазинский конгресс – это более чем 2500 членов и десятки региональных представительств в странах, где проживает диаспора абхазов и абазин. Это Турция, Сирия, Иордания, Республики Северного Кавказа, Германия, Великобритания, Бельгия и так далее. Инаргитсба рассказал о мероприятиях, проведенных в Абхазии при поддержке Конгресса. В октябре 2018 года была проведена благотворительная акция «Тепло души». 1200 комплектов зимней одежды, поступившие в Абхазию от абхазо-абазинской диаспоры из Турции по инициативе члена Высшего совета ВАК Ахмета Хапат в качестве гуманитарной помощи, переданы благотворительным организациям для раздачи нуждающимся семьям. Местные жители при поддержке ВАК восстановили парк в селе Дзубжа. Памятник погибшим во время Отечественной войны народа Абхазии атарцам, село Атара, открыли в их родном селе, и команда ВАК тоже принимала участие в этом процессе. Команда ВАК совместно с благотворителями, друзьями организации начато строительство дома для семьи молодого учителя из села Баслав. О результатах проверки финансовой деятельности Конгресса с мая 2018 года по декабрь 2022 года рассказал руководитель Центральной ревизионной комиссии ВАК Мурат Муков. В ревизионном периоде расходы составили обслуживание работы о информационный портал 27 миллионов, расходы на международные поездки делегации Конгресса в Турецкую республику, Иорданское Хашимитское королевство, Республику Египет, Великобритания, Нидерланды, Германия, Бельгию составили итого 4 миллиона 326 тысяч. Затраты на реализацию социальных проектов в Республике Абхазия 25 миллионов рублей. Финансирование научной программы Академии наук Абхазии 1 910 тысяч рублей. Ремонт центрального офиса города Сухум 4 миллиона рублей. Члены Конгресса утвердили оба отчета, а также единым списком избрали членов Высшего совета. От Абхазии в него вошли Арда Ашуба, Вячеслав Черикба, Марина Барцец, Вадим Харазия, Джамбул Инчгия и Нури Кварчия. От Москвы – Беслан Агрба, Олег Барцец, Беслан Кобахия и Мурадин Урчуков. Следующим вопросом в повестке стало выдвижение кандидатов на должность председателя Высшего совета Абхазо-Абазинского конгресса. Собода из бит, диханаца дьялшес, вот это с ябло. Дарбан зала, где убрал сезуа, русская офиса там манила, зиге лахчахна, зиге уховус лезана врештует. Уй аус эйчгара, втоптала яха из ахчагес, зиг шахайт, дар закрыт за саспа, усу кван зиге, ауску эйчна тава, зада на хохошку за рейнсгала сарасала я базе пустхо, Все выступившие после Арды Ашуба поддержали кандидатуру Мусы Экзекова, и Конгресс единогласно переизбрал действующего председателя на следующие 5 лет. Нурдух казглата змеодзоги, хамю хрпшзава, хамю хрккава. Хябзаку, ханчо, хабача, харцз. Иншаны саважд, дук адзрвера хзынамхата, яхтахаз змеодзоги хала хамцавата, хгу яхта хамцавата. Яхча зцаху хтагылу. Абзаша шахчуш из фяпта. Я бы пштача из игуала и абзаша. Россия это цахош, Европа это цахош, да вы из фюша леку. Абзаша, а вы из ведра. Да суд лаги ибзаша, генетика пну ялу, а вы акару айланацит. Ханчаева, Харахабзашала Ханчаева, вибрация Ахнатва Дача. А вы Каруб, иди, Хаджа, Айвабхазаги, Сджараянам Хавата, Дырра Гиялаб, Звядар Гиялаб, Каруду Гиялаб. Аллах Чизиразхад, Анчидуку Чизиразхад,
а вот я сказал, что первый раз я начал чпушить. Я чпушил еще раз-то. Часть делегатов выступила категорически против смены статуса с общественной организации на общественно-благотворительную, а также не поддержали упразднение Президиума Высшего Совета. Только когда оба вопроса были исключены, делегаты проголосовали за остальные изменения в устав. Муса Экзеков и Вадим Харазия подписали протокол о сотрудничестве между Конгрессом и Госкомитетом по репатриации. أخيت كل رجال خلاي مشاهدنا على مشاهدنا نحجو جبش سلزنا سرجة خلصت سمن مسلمية سوا في دينا تخيل كلكم على نباتيرنا هم أي بدي يرداني أو يوانا بزا حزر أو جبش سلزنا مسلمية على مشاهدنا حجاتي نخلص كفتاز خبر بالاسبوع يتجي أو ولدي بشنو قد نسخدلو بزا حر أقول واجع أنا بعطيني هم ويا دقة ولا شيء كيس أشتري حاجة إحنا بعطيني هم أريان هو هو يبشرني تخصص وياك ديمغرافية حرجة هو صورة سريز بوت يعجى ألفيا يعجى يخلص. Председатель Высшего совета Всемирного Абхазо-Абазинского конгресса также подписал дополнительный протокол о сотрудничестве с президентом Федерации абхазских культурных центров в Турции Муратом Махария. Основанная Владиславом Григорьевичем Арзамба организация и иными остальными участниками Абхазо-Абазинского конгресса благодарим за все проделанные труды. Не дожидаясь ответа, произведя всевозможные труды, безвозмездно помогая данной организации за большие труды, проведенные Мусой Хабаловичем Экзеком, я благодарю его от лица всей диаспоры. Будущая абхазская диаспора в Турции, мы благодарим за сотрудничество с комитетом по репатриации. Уважаемый Вадим, спасибо вам за теплые слова. У нас есть еще много таких же ахметов, и мы на многое способны. Спасибо вам, спасибо, что дослушали. На этом первая половина заседания съезда подошла к концу. После обеда съезд продолжил работу в секциях, посвященных Апсвара, образованию и языку, а также спорту, молодежи и экологии. Надежда Боровикова, Сасыркуагуха, Абаза ТВ.